Два часа 40 минут. Придется в молоко как-то это думать. Не, я заеду. Ну, скажи, что позже. Епатий Калавратий. Скажи, какой хороший, да? Кто? Прелесть. Ну, поют. Живое. Слышно нормально, да? Вот посерединке, конечно. Сказать ему. Yeah.
Я увидала его в Москве, там познакомилась с ним и полюбила. Вот тебе начало истории. Пока история очень обыкновенная. Хорошо бы теперь узнать, что это за человек, стоит ли его любить, а тем паче любить сам. Потому что пословица гласит, 7 раз отмель, а 1 отрежь. Успокойся, любезный дядюшка, мой жених не Дон Жуан. Он сам несчастная жертва. Когда он был очень молод, доверчив, его женили чуть не насильно на девушке безобразной, злой, развратной, и вдобавок много старше его. Вся жизнь его есть непрерывные страдания и пытка. Так он женат? Ну что же? Ты сумасшедший! Нет, Сусанна Сергеевна, я за доктора пошлю. А если он деньги возьмет, а с женой-то не разведется? Да погоди, охоть-то, я еще не отдала ничего. Знаешь, дядя, у меня какой-то странный характер. Я иногда так расчувствуюсь, что готова все отдать. А как придется вынимать деньги, так мне и жалко. У нас в роду была одна такая бабушка. Так я, должно быть, в нее. Но эта черта в тебе хорошая. Но зачем же мужей-то с женами разводить? А какой ты, дядя, смешной, да непременно развод. Я больше имею прав на него, чем его жена. Каких это? Что ты говоришь? Да, я люблю его, а она нет. Я богаче. Коли у нее нет состояния, какой же она прав имеет на такого мужа? И, наконец, вот страдает, а я хочу его освободить. Кого освободить? Да я уж, кажется, говорила тебе, он здешний помещик, Аполлон Евгеньевич Окаемов. Окаемов? Разве ты его знаешь? Да. Я немного слышал о нем. Что же ты слышал? Скажи. Я скажу тебе после. Вот соберу еще некоторые справки. Пойдем. Я тебя провожу. Сейчас были здесь. Должно быть, вышли в соседний номер. У них тут родственница. Обождите минуточку. Я вам самую свежую новость хочу рассказать. Мы сегодня завтракали вместе с Алешуниным. И он хвастался новой победой. Говорил, что получил билеты. Любовную записочку. Ну, от горничной, вероятно. Так и сияет от радости. А вам, Жоржу Мзарину, да ему не любовь нужна, а чтоб все знали, что его любят. Вот погоди, он как голову-то поднял. Он уже поднял и на нас смотрит с глубоким презрением. Сейчас будут сиять. Ну, пойди, Пьер, подожди меня в общем зале. Здесь Жоржа. Мы обед заказали, он на бильярде играет. Ну и прекрасно. Ну, я одна домой доеду. А. Извините. Все с женщинами. Служба моя тяжелая. Очень рад вас видеть. Благодарю, что осчастливили. Ну куда же вы пропали? Да, Сосипатов Семеновна, я пропал. Совершенно пропал. Впрочем, вы можете быть покойны. Ваши бумаги я просмотрел. Имение в хорошем положении. Поменьше доверия. И побольше. Рассудка, вы хотите сказать? Да ну мало ли что! Ну где ж его взять?
моем лице вы имеете преданного защитника. И благодарить меня не за что. А вот одолжить меня вы можете очень. С удовольствием одолжу вас всем, чем могу. Скажите мне откровенно, что за человек Аркаёнов? Извольте, я его знавала хорошеньким мальчиком с ограниченным состоянием. Ваша родственница Зоя влюбилась в него и вышла за него замуж, чему главным образом способствовала ее тетка, совершенно помешанная на мужской красоте. Я их предостерегала, но они вообразили, что я завидую счастью Зои. Он много проживает, долги у него есть? Прежде были, но как женился, все заплатил. Зачем же он продает за бесценок имение? Ведь он Зои-то по миру пустит. Вот он часто ездил в Москву, вероятно, хотел блеснуть там, кутил и брал. Благодарю вас, благодарю. У меня еще есть просьба до вас. Хоть 10. Рада служить злу за услугу. Ко мне приехала племянница из Москвы. Вдова богатая, но уж очень увлекается. Доверчиво. Так вот, Аркаёнов в Москве очень разжалобил ее. Даже до слез. Так чем же? А тем, что он очень несчастлив, то у него жена безобразна, и зла, и развратна. Скажите, пожалуйста. Ну вот, моя птичка и расчувствовалась, и дает ему много денег для развода с женой. Что такое? Что вы говорите? Да это же ужасно. Имение хочет закладывать. Богата она? Очень богата. Постойте, погодите. Я кое-что придумала. Позовите вашего человека. Акимыч! Акимыч! Что изволите, батюшка? Посмотри, любезный, в столовой или в бильярдной тот барин, который входил со мной сюда. Если здесь, так приведи его. Слушай! Ай да, Полон Евгеньевич! Значит, жена у него безобразна, зла и развратна. К вашим услугам, чего изволите. Я давеча забыла тебе сказать. Сегодня вечером приедет обалдуева. С отцом? Нет, одна. Она теперь совершенно свободна. Отец разбит параличом и давно уже без языка и движения. Вот это новость. Это известие произведет сенсацию. Никому не говори, но знай про себя. Будьте уверены, честь имею кланяться. Что за новость вы ему сообщили и для чего? Это уж мое стратегическое соображение. Зачем же вы просили его никому не говорить? Затем, чтобы он тотчас рассказал всему городу. Ну, теперь пойдемте знакомиться с вашей племянницей. Сюзанна, можно войти? Я с гостей. Ну, начинается война. Война с красавцами. Враг силен, но и мы постоим за себя. Еще бы, с таким союзником, как вы, я на целую армию красавцев пойду. Сейчас,